Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Бытия». И сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. И мы читаем с первого стиха и ниже – Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их и поклонился лицом до земли. Мы видим, что Лот, хотя это был несовершенный праведник, кстати, в Новом Завете он называется праведником. Он усвоил урок гостеприимства праведного Авраама. Он приветствует гостей земным поклоном и приглашает их прийти к себе в дом. Здесь есть интересная деталь. Мы прочитали, что Лот сидел у ворот Содома. Что могут означать эти слова, какое значение имеет это уточнение, где человек сидит, какая разница. На самом деле, во всем тексте Ветхого Завета сидеть у ворот города в Ветхом Завете означает выполнять функции судьи. Лот был судья в Содоме. Возможно, что его богатство, которое он имел, они ушли на то, чтобы ему получить подданство содома, занять какое-то положение в этом городе. И если мы читаем пятикнижие Моисея, там в книге чисел, насколько я помню, говорится, что если родители имеют непутевого сына, Пусть они его приведут к воротам города, к судьям. Элогим, к судьям, которые сидят на этом месте. Это судейское место. Почему у ворот города? Потому что судья решает, оставаться ли человеку в городе, или он будет изгнан. Если человек даже приговаривает к казни, казнь совершается вне города, как и казнь Иисуса Христа, нашего Господа, она совершена была вне стен Иерусалима. И далее мы читаем, как обращается лодка к этим двум ангелам, но для него это люди. В отличие от Авраама, он не распознал в них ангелов. И сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте по утру, и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. На самом деле в оригинале там не говорится, зайдите в дом, сверните, то есть пройдите ко мне в дом окольными путями тайна, чтобы никто не видел. Такой смысл. Сверните, заверните. Почему так? Существует предание, что жители Содома были такие конченые гедонисты, которые очень презирали любых пришельцев. И они изгоняли всех, кто приходил в Содом, чтобы никаких там гастробайтеров не было, никаких иммигрантов не было, никаких переселенцев рядом не было. И у них был закон, что если кто-то подаст нищему пришельцу какую-то пищу, то его надо уничтожить. Сейчас в некоторых скандинавских странах Существуют законы, которые запрещают подавать милостыню на улице. Законопослужные скандинавы, они обязаны сразу доносить в полицию, если они видят просящего человека, какого-то бомжа, потому что считается, что если ему дают деньги, то это продлевает его как бы вот эту агонию такого неблагоприятного существования. То есть милостыня сейчас становится под запретом. И вот Садом был таким местом. Первым местом, где милостыня была под запретом. Поэтому он и говорит: «Государи мои, зайдите в дом, то есть заверните э, раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши. А вот здесь э, тоже вопрос. Что значит ночуйте? и умойте ноги ваши. Все же должно наоборот быть. Умойте ноги и ночуйте. Почему он так говорит? Он объясняет им, что когда они придут к нему домой, если ворвутся садомляне и скажут, кто это к тебе пришел, садомляне посмотрят на их ноги. Если ноги омыты, Значит, их приняли в дом. А если ноги не омыты, лот может сказать: "А вот только сейчас зашли, я их прогоняю". Поэтому здесь такая, казалось бы, неправильная конструкция предлагается нам словесная: "Ночуйте и умойте ноги ваши, и встанете по утру, и пойдете в путь свой". Но они сказали: "Нет, мы ночуем на улице". А здесь какой урок нам преподается? Нельзя общаться близко с людьми гомосексуальной склонности. Тем более ночевать в доме таких людей. Это совершенно недопустимо. И православная молодежь прежде всего должна себя обезопасить от таких контактов, от таких отношений. И если там предлагают какое-то гостеприимство, но это не бескорыстная дружба, это что-то имеется в виду. Также в Писании запрещено иметь общую трапезу с такими людьми, потому что общая трапеза с такими людьми предполагает употребление вина, а в вине есть блуд. Поэтому надо дистанцироваться от таких сообществ, ибо худые сообщества, как сказано в Библии, они развращают добрые нравы. Мы ночуем на улице, говорят ангелы, и таким образом они преподают урок нам и косвенно обличают Лота. Они как бы говорят ему, зачем ты здесь поселился. Жил бы где-нибудь на улице, вдали от Содома и Гаморы, с тобой бы было все нормально, все хорошо. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его, то есть завернули в дом его. Он сделал им угощение и испек, испек пресные хлебы. И они ели. Вот здесь мы сталкиваемся с такой интересной деталью. Авраам принимая этих же путников, но там был еще один, тоже пек пресный хлеб. И Лот э, печет для них э, пресный э, хлеб э, мацу. И существует объяснение, что это не совпадение. Просто как э, пророк Божий Авраам знал, что в это время его потомки будут отмечать э, опресники, когда в течение семи дней торжества Пасхи нельзя а, вкушать кислый хлеб, хамец, а можно только а, пресный. И как а, пророк Божий, он празднует Пасху до Пасхи, и он научил Лота а, тоже праздновать Пасху до Пасхи. Таким образом, мы видим, что Авраам преподал Лоту два урока – Первый урок – это урок гостеприимства. Второй урок – надо отмечать праздники. Праздничные дни, они имеют большое значение. И мы, когда воспитываем наших племянников, там, братьев, сестер, собственных детей, мы тоже должны научать их основам гостеприимства и особого отношения к праздничным дням, что можно, а что нельзя делать во время праздника. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Если бы не так, то непонятно, зачем это уточнение, что хлебы были пресные. А как я вам часто объясняю, каждая буква, каждое слово Писания преподает нам некий урок если мы не понимаем, почему сказано именно так, а не иначе, значит, мы просто еще не выучили этот урок. Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого весь народ со всех концов города окружили дом. Давайте посмотрим, как 3-4 стих звучат в торгуме Анкелоса. Но Лот так настаивал, что они согласились. Он привел их в свой дом, приготовил ужин, напек пресного хлеба для них, и они поели. Не успели они лечь спать, как жители города, все мужчины Содома, от мала до велика, со всех сторон окружили дом Лота. Ну, торгуман Келсова соответствует синодальному переводу точнее синодальный перевод соответствует э, торгуму потому что все переводчики которые делают перевод они всегда смотрят и в торгуме э, где там каждое слово может иметь расширенный вид что мы видим жители Содома и гамора от мало до велика окружили дом что значит мало-велико? Это значит, что гомосексуальные чувства завладевали не только взрослыми, но и подростками и детьми, потому что взрослые воспитывали их в таких отношениях, и они все собрались толпою для чего? Чтобы преподать урок тем, которые зашли в их город, потому что они утверждали такой принцип «Содом для садомлян, Гамора для гаморцев». И они были против любых пришельцев. Они очень плохо относились к тем, которые заходили в их город, потому что они построили этот город как рай для самих себя, не понимая, что это начало ада. И вызвали лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе ночью, выведи их к нам, мы познаем их. И давайте посмотрим современный перевод, где те, которые пришли к тебе ночевать, кричали они желая надругаться над гостями, давай их сюда, мы с ними позабавимся. И торгу Манкелоса они кричали Лоту, где те, кто пришли к тебе ночевать, дай их сюда, мы познаем их. Итак, о чем это? Жители Содома решили преподать урок Урок непрошенным гостям, а на Востоке унизить мужчину самым диким образом это изнасиловать мужчину. Но здесь возникает вопрос: а что вообще означает эта страсть, гомосексуальность? Откуда она возникает, если мы здесь видим, что от мала до велика и мужчины, и мальчики собрались, чтобы совершить этот акт надругательства над ангелами Божьими. Конечно, они не понимают, что это ангелы Божьи. И Лот этого еще тоже не понимает. Давайте посмотрим, что говорится об этой страсти в Священном Писании. В современном мире идут споры, является ли это чувство гомосексуальное врожденным или приобретенным. Но что нам говорит Священное Писание? Это послание к римлянам, 1 глава, с 21 по 28 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, а внимание! и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Той предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонились и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать не потребство. Вот здесь Библия со всей очевидностью объясняет происхождение этого греха. Когда люди начинают поклоняться другим людям – когда славу нетленного Бога изменяют в образ, подобный тленному человеку, вот тогда происходит нечто подобное. И давайте посмотрим, например, в фашистской Германии в третьем рейхе гомосексуализм был под строгим запретом. Но там был культ человека, Адольфа Гитлера канцлера, которому поклонялись буквально, там толпы доходили до какого-то бесовского оргазма, когда они видели Гитлера. И там очень распространен был этот грех. И именно среди военных, которые особым образом почитали Адольфа Гитлера. То же самое было и в древней Спарте, где был культ царя-воина, культ обнаженного тела. То есть всегда, когда совершается поклонение человеку, неважно, кто это политическое лицо или это какой-то религиозный лидер, происходит э, присмыкание перед этим человеком, культ этого человека. Вот на фоне этого, когда поклоняются и служат твари вместо Творца, возникает это чувство. Но дети, которые рождаются, почему они обретают это чувство? Когда какой-то сильный родитель, например, мать, мать-одиночка, она выполняет и свои функции женские, и мужские берет роли на себя, то есть так как нет мужа у нее, она становится таким гегемоном над ребенком, и это тоже способствует возникновению этого чувства. Также считается, что это чувство зарождается от нарцизма, то есть когда начинает ребенок самолюбоваться, а родители поддерживают это, говорят, смотри, какой ты красивый, как ты хорошо выглядишь. И здесь ребенок как бы на себе концентрируется все эти чувства, эмоции. И проблема гомосексуальности эти люди не способны принять иную половую инаковость, они нарциссическим образом замкнуты сами на себя. Кто-то может спросить, а могут ли эти мужчины, эти женщины все-таки обрести путь спасения. Давайте посмотрим, что об этом говорится в священном писании это послание Коринфянам, первое послание Коринфянам апостола Павла, 6 глава, с 9 по 11 стих. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни телослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. А далее... И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Какой бы ни был грех, человек может измениться, оправдаться и осветиться. В Новом Завете Лот называется проповедником праведности. Да, это было его самовольное решение поселиться в Содоме. Но Бог не попускает зла, не имея намерения зло обратить в добро. Бог его туда и послал, чтобы он там жил и проповедовал праведность. И те, которые могли откликнуться на это, они могли обрести путь спасения и быстренько покинуть это злосчастное место. Но вернемся к нашему повествованию вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. То есть он понимает, что есть опасность, что они ворвутся. И сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим, не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего. Лот поступает неправильно. Он в своем сердце отдал своих дочерей на блуд, на извращенный блуд. Да, но как ему защитить гостей? На Востоке защита гостей – это обязанность каждого человека. Он мог защищать их как угодно, с оружием в руках. Но зачем отдавать дочерей? Да, дочери не попадут в руки садомлян, но таким образом он их как бы проклял, собственных дочерей. И он их в некотором смысле отдал садомлянам. И позже мы увидим, как неправильно поступят эти дочери. Потому что Садом поселится в их сердце. Вот через это предложение Лота этим людям, нечестивым, может быть, вы позабавитесь с моими дочерями. Но они сказали, пойди сюда, это жители Содома, Рут на Лота, и сказали, вот пришелец и хочет судить. Что значит хочет судить? Ты у нас стал судьей, но ты делаешь какой-то свой суд, не наш суд. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку всему, другой перевод, напирали на лото, и подошли, чтобы выломать дверь. То есть они решили изнасиловать лоца. Дверь он закрыл за собою, и они хотят вышибить эту дверь, чтобы все-таки ворваться в этот дом. И что происходит далее? Тогда мужи те, то есть два ангела, простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом и дверь заперли. Он же закрыл дверь за собой. Происходит чудо. Ангелы открывают каким-то непонятным образом дверь, вводят его к себе в дом. А почему сказано к себе в дом? Это же дом Лота. Если в доме ангелы, это уже ангельский дом. И когда совершается освящение православным чином квартиры, жилья, там прям поются такие песнопения, что со входом священнослужителей в дом пришли ангелы. Это уже как бы небесное обиталище, освященный дом, поэтому спешите это делать освещать ваши жилища, если вы еще этого не сделали. Тогда мужики те простерли руки свои и вели лота к себе в дом, и дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого для большего до большего, так что они измучились, искав входа. То есть они все ослепли. От малого, почему тут малый на первом месте, до большего. Потому что когда хулиганить, вышибать дверь, там, нападать, здесь всегда молодежь бывает впереди. Там бунты всякие, мятежи, всегда бегут самые молодые. Лот в недоумении, как же так, он запер дверь. Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь, взять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места. Ибо мы истребим сие место, потому что великий вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И Лот понял, что это чудо, это необычные люди, да это, скорее всего, не люди. И он поспешил к зятьям, которые сватывались к его дочкам, и вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из его места, ибо Господь истребит и город. Но зятям его показалось, что он шутит. Иногда действительно проповедь евангелие не воспринимают всерьез а воспринимают что это какая-то шутка я помню в советское время когда в школу приносили маклатуру мы потом копались в этой маклатуре я нашел такую газету она называлась безбожник она выходила в советские времена это газета безбожник и там я сразу обратил внимание на статью она называлась попы опять пугают и там небольшая статья, и там написано. Попы в своей Библии написали, что земля сгорит в огне. Попы – невежественные люди. Если бы они собрали бы весь пороховой и динамитный запас в одном месте и взорвали бы, они взлетели бы со своими идеями вверх, а земля не может сдвинуться со своей орбиты – сгореть она не может. Но кто же оказался прав? Сейчас люди накопили такой арсенал ядерного оружия, что землю можно уже уничтожить и не один раз. Но детям кажется, что он шутит. Как это так прибегает старик и говорит: все провалится, все рухнет, ничего не останется? Они восприняли, что это какая-то шутка или даже, может быть, издевательство над ними. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И вот только на основании этого текста в христианских странах казнь совершают на заре, рано утром, потому что здесь казнь от Бога, когда зашла заря. Почему лот э, медлит? Но ну, представьте себе, вы сидите в квартире, к вам врывается какой-то прихожанин знакомый и говорит: "Все, сейчас ваш дом рухнет под землю, надо выбегать". И он, предположим, вас убедил. Ну и что? Вы будете думать, а что вытаскивать? Холодильник, может быть, вытащить? Может быть, что-то еще вытащить? Мне рассказывали, что во время Великой Отечественной войны, когда в городах объявляли воздушную тревогу, и народ бежал в бомбоубежище, верующих сразу можно было отличить. Они бежали с иконами, они бежали с Библиями, то есть с тем, что особенно дорого для них, мне рассказывали, одна бабушка бежала просто со святой водой. Она бежит с банкой водой, а ей говорят, да у нас там все есть, там это баки с водой. Она говорит, это другая вода. И вот лот в недоумении, он не знает, а как это так взять и эвакуироваться. 16 стих. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, что они делают по милости Господней? Насилие делают. И как он медлил, то те мужи, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили вне города. Вот здесь действительно милость и насилие как бы соединились. Когда же вывели их, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Один ангел пришел уничтожить садом и Гамору, другой вывести Лота. Поэтому действия совершают два ангела, потому что тот, который пришел уничтожить садом и Гамору, он не может начать, пока Лот не уйдет. А вот другой, как он называется здесь один, он говорит, что надо, надо быстрее бежать. Я уже объяснял, что ангелы настолько стремительно исполняют волю Бога, это такие послушники настоящие Бога, что для каждого дела посылается один ангел, а для другого следующий. Но Лот сказал, нет владыка. Вот здесь Лот уже догадывается что это, это не просто ангелы, это вестники Бога, он э, произносит имя Божие. Но Лот сказал им, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть». Вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал и сохранится жизнь моя. А почему это если он мал, то там можно сохранить свою жизнь? Лот рассуждает так, что если маленький город, там грехов, наверное, должно быть поменьше, чем в этих огромных городах в Содоме и Гаморе, По тем временам это были такие мегаполисы. И сказал ему, ангел говорит, вот в угодность тебе, Господь через ангел говорит, я сделаю и это, не неспровергну города, о котором ты говоришь. Вот действительно, не стоит город без святого, а село без праведного. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и назван э, город сей Сигор. Сигор это э, по-еврейски Цуар, э, восходит к слову, он же мал, мицар, то есть маленький. Солнце взошло над землею, то есть время смертной казни. И Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли. То есть погибли не только люди, не только города и окрестности, но и вся зелень произрастания земли, потому что там были беспорядочные сексуальные отношения, они могли осквернять землю своим семенем и так далее. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Почему Господь через ангелов запретил семейству Лота оборачиваться назад, когда они спасались из гибнущего Содома и Гаморы. Потому что они сами были такие же грешники, как и те, которые гибли в этот момент в Содоме. Их отличие заключалось только в том, что они знали истинного Бога, как минимум Лот знал Бога, он называется в Новом Завете проповедником праведности. А когда гибнет мир, или мы слышим, что погиб такой-то грешник, такой-то грешник, мы не имеем права злорадствовать. Поэтому жена Лота, которая обернулась, чтобы посмотреть на гибель Содома и Гаморы, она совершила очень дерзкий акт. И смотрите, что мы находим в Евангелии от Луки, это 17 глава, 32 стих, Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Почему нам надо ее вспоминать? Потому что никакого злорадства по поводу гибели других людей – мы не имеем права испытывать. А жена э, Лота, она могла считать себя праведной. Ей могло показаться, что так как она спасается, значит, она лучший человек в Содоме и Гаморе вместе со своим мужем, дочерьми, а не лучшие люди. И вот это не угодно Богу. Смотрите, что пишет пророк Исаия о нашей человеческой праведности. Это 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» действительно человеческая праведность она как запачканная одежда потому что даже если человек творит праведные дела мотивация этих действий может быть вполне греховной и посмотрим книгу иова 4 глава 18 стих здесь мы находим следующие слова. Здесь говорится о Боге. Вот Он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Бог даже в ангелах усматривает недостатки. Что же говорить о людях? И далее в книге Иова мы читаем: тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание прах которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются и не увидишь, как они вовсе исчезнут. Таким образом, человеческая праведность ⁇ это всегда праведность в кавычках. Человек может быть праведным вроде своем, то есть лучший человек в том или ином поколении. Но если Бог даже в ангелах усматривает недостатки, то наша человеческая праведность, как и сказано у пророка Исаи, это точно как запачканная одежда. И когда жена Лота, будучи грешницей, обернулась, чтобы позлорадствовать по поводу гибели Содома и Гамора с позиции своей ложной праведности, это было... Неугодно Богу, и она превратилась в соляной столб. И ныне люди, которые посещают окрестности Мертвого моря, они видят этот соляной столб как напоминание всем грешникам, которые злорадствуют о погибели других грешников. И далее мы читаем: И встал Авраам рано утром! и пошел на место, где стоял пред лицем Господа. А это чему нас может научить? Надо молиться на одном специальном месте. Вот у Авраама было такое место. И встал Авраам рано утром, пошел на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гаморе, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Как будто некий ядерный удар был нанесен по ним. Господь пролил серый огонь. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота. Вот почему Господь спасает нас, православных, потому что мы молимся святым. И вот этот текст очень важен. «Вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». То есть, если бы не было у этого племянника такого дяди, он бы сгорел вместе с жителями Содома и Гамура. И вышел лот из Сигора, Цуара, то есть этого маленького городка, и стал жить в горе. А почему покидает Цуар? А он увидел, что там то же самое. Сейчас грань между городом и деревней, городом и селом стирается во всех отношениях. Пьянство, кстати, больше в сельской местности, чем в больших мегаполисах и разврат, распущенность тоже сейчас уже проникают э, в сельскую местность. Мне рассказывали сретенские семинаристы, они ездили э, на север, по-моему, в Архангельскую епархию, чтобы э, проповедовать в глубинке. И у них была такая иллюзия, что вот русский север, глубинка, вот там должны быть особые люди, чистые люди. И они потом вернулись и говорят. Там проблем больше, значительно больше нравственных и моральных, чем у людей, живущих в городе. И вот Лот убеждается в этом, и он выходит из Сигора, Цуара, и стал жить в горе. То есть он понял, лучше жить в пещере. Сначала ангелы преподали ему урок, что лучше жить на улице, чем среди грешников, а сейчас он сам понял, что лучше жить в пещере. А ведь он все потерял. Помните его богатство какое было? Тяжелым земля не вмещала его богатство и его дяди Авраама. А тут ничего уже нет. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. Потому что та же самая обстановка. И он боялся, что э, суд Божий обрушится на Сигор. И жил в пещере, с ним две дочери его. Лот подумал, что он убежал из Содома. Из Содома убежать не так легко. Это надо помнить. Содом поселился в сердцах его дочерей, и мы читаем, и сказала старше, младший, Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим Отца нашего вином и переспим с Ним, и восставим от Отца нашего племя. Что здесь мы видим? Обычно рядом с большими городами действительно были пещеры в прохладе которых хранили вино, в прохладе которых хранили целые библиотеки, например, кумранские рукописи, и были обнаружены в таких пещерах. И Лот, как житель Содома, он мог знать, что вот есть такая пещера, где не просто пустое пространство, там какие-то продукты могут быть, и вино там хранится, и есть где отдохнуть. И он отправляется вот в одну из таких пещер. А дочери, когда они поселились в пещере, жили какое-то время, ведь Лот убедил их убежать из Сегора. Значит, он сказал, скоро это провалится. И они поверили, что, наверное, все это провалилось. И у них, у дочерей Лота возникла иллюзия, весь мир провалился. И Авраам провалился, и Сара, и вообще все. Только они остались. Вот проблема дочерей Лота ⁇ это проблема многих людей, которые замыкаются в эгоизме собственной беды, собственной проблемы. Есть такой эгоизм. Собственной беды и собственной проблемы. И для них уже мир не существует. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. Почему они так говорят? Они говорят, что род прекратился человеческий, надо заново. И напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая, и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. И вот так напоили. На другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином, и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином, и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним. И он не знал, когда она легла, и когда встала. Действительно, в вине есть блуд, как сказано в Писании. «И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав». Что значит э, Моав? Это имя означает э, «от отца». Э, Меаф от отца. Меаф. Это было очень дерзко. Она не стыдится дать такое имя, которое указывает на кровосмешение, на инцест. Имя Моав, он отец Мавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бенами. Он отец аммонитян до ныне. А бен Ами – это скромнее, это как бы сын народа, то есть моего народа, потому что она более стыдлива. Мы видим, что тут доминирует старшая дочка, потому что она уже вкусила сладостей садомской жизни, садом поселился в их сердцах. Сейчас многие россияне покидают нашу страну в поисках благополучия в других странах, в других землях, и они поселяются в современных Содомах, в современных Гаморах, даже не задумываясь, что убежать из Содома и Гаморы не так-то просто, и они даже не понимают, что происходит с их детьми. Это понимание придет запоздало, поздно, и тогда глубокое разочарование проникнет в их сердца, ибо худые сообщества развращают добрые нравы.